Продолжаем уроки тайпа. Сегодня расскажу о том, как можно затайпить слова сразу же в том стиле, который нам нужен. Чаще всего новички делают следующим образом. Они вставляют текст, потом этот текст выделяют, и только после этого начинают этот текст редактировать. Вставляют нужный шрифт, вставляют нужный размер и нужный цвет. Дело в том, что вот это дело можно ускорить тем самым, что мы заранее ставим нужные нам настройки вот в этом окошечке. То есть, так, секундочку, это дело нужно удалить. Так вот, значит, нам нужно, чтобы вот эта фразочка здесь стояла в шрифте Anime Ace. Где у нас этот шрифт? Anime Ace, вот этот, допустим, да? Размерчик ставим 12, и цвет нам нужен черненький. Окей. Вставили, и вуаля, у нас как раз таки, у нас сразу поставился тот стиль, который нам нужен. Это первый способ. Второй способ, это когда у вас уже есть какой-то текст с тем самым стилем, который вам нужен. То есть вот этот вот текст у меня точно такой же, как и вот тут будет. Я его выделяю, и тут же у меня все настройки, которые вот этот текст имеет, они встают в это окошечко, да, встают настройки те же самые, которые мне нужны. Теперь я кликаю сюда, вставляю текст, и он снова в том же самом стиле, который мне нужен, появился. Третий способ – это использовать набор параметров инструментов. У нас выделен инструмент текст. Если мы посмотрим сюда, то у нас тут тоже есть буковка Т. И есть такая стрелочка вниз. Нажимая на нее, тут выскакивают все наши параметры, наборы параметров, которые мы сохранили заранее. Как это сохранять, я расскажу в следующем уроке. Здесь я сохранила данный вид текста под названием «Обычный 12». Кликаю на него, кликаю сюда, вставить текст, и вуаля, он ставился тоже в том же самом стиле, который мне нужен. И последний способ – это сделать дубликат слоя. То есть у нас, допустим, вот есть тут такой звук, мы должны точно в таком же стиле поставить вот сюда точно такую же словечко. Можно сделать дубликат слоя. Кликаем правой клавишей на слой, кликаем дубликат слоя. Называем как хотим и перетаскиваем его сюда. Дубликат слоя тоже можно делать по-разному. Можно зажать клавишу Alt, перетащить сюда, и у нас уже здесь дубликат слоя, перетаскиваем сюда. Можно еще один способ сделать. Кликаем на инструмент перемещения, кликаем на нужный слой, кликаем Alt и тащим сюда. И вуаля, у нас еще один слой хи. Спасибо за внимание, всем до скорых встреч.